Я заставлю вас! Где? Ты... Опа! По-моему, вот так. Ага, правильно, да. Это сюда. Какой красивый! Еще один! Ух ты! Тут сеть не ловит. Вот и хорошо, что не ловит. Отдохнешь хоть от своих гаджетов. Так, мы пока разбиваем палатку, а вы, дети, идете за грибами. Мы? В лес? Как вы тут поблизости будете? Да и Ростя с вами пойдет. А че я-то сразу? Будешь за ними присматривать. А кто больше наберет грибов, тот получит приз. Приз! Да, вот этот крутой спальный мешок. Да я посмотрю, как вы ночью без мешка будете спать. Да. Так что вот идите. Тут грибы-то растут? Не знаю. Мне кажется, родители от нас просто избавились на 2 часа. Ура! Я нашла! Ура! Я первая! Молодец, первая. Нашла поганку? Сам ты поганка, это съедобный гриб. Это белая поганка, я про нее читал. Ну хочешь съесть, мы посмотрим. Лучше не надо. Ладно, пойдем. О, грибочки. А это поганчатые опята. Блин. Нашла! Гриб? О, поганку, наверное. Похоже на шляпу. Ой, а это что? Может, за грибами? О, а это еще что? Рука? В смысле рука? В прямом. Может, пойдем отсюда? Ты будешь это трогать? Может, не надо? Я думал, вы вечно будете пялиться на мою руку. Это какое-то проклятие! Нам не сбежать! Какие вы догадливые! Хватило всего 3 раз! Что ты с нами сделаешь? Скушаешь? Я заставлю вас играть! Играть? Играть? Это будка-угадайка! Игрок сует туда руку и угадывает, что за персонаж там спрятан! А если не угадает? У вас есть 3 попытки! Но чем больше попыток вы используете, тем меньше будет приз! Приз! У вас есть главный... Средний и утешительные призы. Поехали! Да! Что? Плата за аттракцион. Но у нас нету денег. Ну а что у вас есть? Грибы! Нет! Да! Грибы. Ну что же, подойдет. Кто будет первым? Я! Первый участник, вы готовы? У нас первый персонаж! Симсалаби, махалай, махалай! Бум-бум! И первый участник в волшебном ящике! Давай-ка я тебе уверен, что у тебя получится. Это простая рука. Тебе нужна 2-я попытка? Да. Я даю тебе ее. Это какое-то платье, да? Какие у тебя варианты, девочка, в красной куртке? Не знаю. Я могу дать тебе 3-ю попытку, и ты готова? Нет, я буду это угадывать. Будешь угадывать вечно? У нас темнеет. Скоро придут волки и съедят тебя, девочка. Ну что ж, девочка, я даю тебе 3-ю попытку и открыл даже глаза тебе. Даже спустил пальчики, ну? Это бабка Гренни? Да! Да!
Так, ну что ж, девочка, вот тебе приз. На большее пока ты не угадала. Кто следующий у нас? Я! Махалай, махалай! Он уже там. Я слышу его. Или ее. Ты готова? Вот тебе щелка. Где? Я нетерпеливая. Вот. Нетерпеливая? Так, не подглядываем. Че? Это рука в какой-то одежде. Рука в одежде. Много вариантов. Что там? Что там? Что? Что? Даже не можешь предположить? Какой-то карман там. Карман? А что в кармане? Пусто. Выросла капуста. Время! Лесная фея, дай ей силы! На вторую попытку. Вторая попытка! На второй попытке персонаж может сказать какое-то слово, дать тебе подсказку и сдать звук. Банана! Банана, банана, банана! Что это? Кто-то знакомое. Есть две. Горилла! К сожалению, ты не угадала. Ну ничего, смотри, у нас еще сколько подарков. Все впереди. И это. Банана! Банана! Так, ну что ж, с третьей попытки бери утешительный приз. Отличный выбор. И следующий персонаж. Давай. Подходите, подходите, господин. Закрывай глазки. Закрывай глазки, просовываем ручку. Первая попытка. А, меня схватили за руку, нет, нет. Что это? Я его схватил, я его держу. Ну что, варианты, 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 варианты. Стой, остановись, хватит дергаться. Мне кажется, я знаю, что это. Давай второй шанс. Второй? Так, вторая попытка. Ой, сколько вас тут много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, я тут не одна. По-моему, все стало на свои места. Засек, 30 секунд пошло. Что это? Это мой персонаж. Это этот? Ну, 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 проиграй, проиграй, проиграй. Подожди, я не могу. Или берешь третью попытку, время идет. Это какая-то принцесса. Уже больше подсказать невозможно. Это этот, Золушка, она бы... 4, 5, 6, 7. А, Снежка и 7 гномов. Ладно, мы тебе даем победу, но очень, очень, знаешь, так с натяжкой. Ой, где мои гномики? Они все разбежались! Я пошла за своими гномиками. И тебе достается... Шарик-стрелялка. Хороший приз для мальчика. Ну ладно. Спасибо, скажи. Спасибо. Пожалуйста. Так, Сим Салаби, махалай, махалай! Засовываем ручку. Не подсматриваем. Хай, маленький. Первая попытка пошла. С первой попытки невозможно угадать, по-моему, ни одного героя, да? Сундермен какой-то. Откуда? Как? Тебе дала, наверное, фея вот этого дерева подсказку. Попытка номер один. Приз из первой коробочки получает наш первый игрок. Ну что ж, ты готова? Сейчас очень сложное задание. Да. Не смотрим, засовываем ручку. Оп. Вот, круто. Что там, что там, что ты чувствуешь? В смысле? Я не понимаю. Кто это может быть? Ну что, что, что? Пеннивайз! Опять второй раз уже с первой попытки. И это... Держи свою денежку. Лесной человек уже почти разорился. У меня уже денежек не осталось. Появись! Наш новый персонаж, появись! Давай, не смотрим, давай. Да, засовываем руку. Мне очки схватили. Мне очки схватили, ничего не Игра вижу. Игра продолжается. Первая попытка пошла, время пошло. Хитрая что улыбка. Это? Запотевшие очки и хитрая улыбка.
Это, наверное... Нет, подождите, перчатка. Говори, говори, что там, что? Бери сразу третью. Ладно, давайте вторую подсказку. Второй раунд. Сейчас ты сможешь услышать подсказку от нашего героя. Я люблю грибочки. Марио! Да! Да! Ты выиграл только со второй попытки, и поэтому мы даем тебе приз из второй баночки. Это очень хороший подарок. Так, новый герой. Появись! Все, новый герой готов. Очень маленький. Кто там? Кто? Нельзя далеко. Нельзя далеко. Ну, ну, ну что там, рассказывай, рассказывай, что ты чувствуешь. Я догадалась, это Чика! Что происходит? У нас сегодня все угадывают с первого раза. Еще одну денежку я отдаю. Да вы уже тут сможете поллеса сейчас купить. Да. Персонаж, появись. Ты готова, девочка? Да. Засовывай ручку. Первая попытка. Так. Кто там твердый, мягкий, колючий? Ой, колючий что-то. Что еще? У него что-то зацепился. Сюрприз. Что ты чувствуешь? У меня, конечно, есть догадка. Может, возьмешь вторую попытку? Да, сразу возьму вторую. Вторая попытка. Хорошо, вторая попытка. Ты теперь услышишь звук нашего героя. Пять ночи. Фредди! Фредди! Это был... Мишка Фредди! Вот это можно? Бери вот это! Персонаж, пысь! Ну что ж, первая попытка. Угадывай. Там персонаж фильма, или мультфильма, или игры, или еще... Боже, что за так? На меня натронулись. Это чья-то рука. Значит, у этого персонажа есть руки. Рука холодная, значит, это кто-то мертв. Он понимает, какой-то рука. Что? Ты берешь вторую попытку? Время выходит на исходе. Подожди. 4 секунды. 4, 3, 2, 1. Ну, давайте вторая попытка. Все, вторая попытка началась. 30 секунд пошло. Холод всегда мне был по душе. Как это просто! Ну кто это? Кто это может быть? Кто это может быть? Ну, наверное, девочки, я это знаю. Эльза? Ты уверен? Ты уверен? Открываем или ты проиграл? Я уверен. Третью попытку не будешь брать? И это... Эльзи! Забудь! Этот мир укажет путь! Отпусти меня! Что ж, тебе, значит, приз из второй коробочки. Ну, на вот это возьми. Это что такое? Бакс. Бакс, бери. Это бакс. Экс, то есть. Это баксы! Надо открыть. В нашем волшебном сундучке героев. Фу! Уже появился. Так, где? Где? Стоп, а где? Что ты чувствуешь? А где? Ты... Это... Ну, это... Так, отвернись, отвернись, девочка. Девочка, не подсматривай. Так, 3 секунды. 3, 2, 1. Называешь персонажа или уходишь во второй тур? Во второй тур. Так, хорошо, второй тур. Сейчас этот персонаж издаст звук. Вспоминай, вспоминай, вспоминай. Бенди! Молодец! Ой, бинго! Приз, какой там дать бы тебе приз? Хочу вот такую. Горшочек, вари, горшочек не вари, бери. Горшочек, вари! На старт! Внимание, марш! Новый герой появился! Рука готова, герой готов. Так. Опа! Не подсматриваем. Так, что ты там чувствуешь? Что? Время идет, 30 секунд, 30 секунд. Какую-то перчатку? У какого героя? Мне почему-то кажется, что она желтого цвета, перчатка. Не знаю почему.
Она может чувствовать цвета руками. О. Это экстрасенс. Какого цвета сам герой? Не знаю. Я ее не чувствую. Просто перчатка. То есть ты тянешь время, да? Ты тянешь, мне кажется, хочешь второй тур, да? Ну, давай второй раунд. А он с подсказкой. Все, ты переходишь во второй раунд, и сейчас будет подсказка. Я люблю ходить с лопатой. А желтые перчатки. Ну, может, они не желтые. Нет, честно. И любит ходить с лопатой. Кто это может быть? Ну, кто? Кать, ты догадываешься? Так, время у нас идет, осталось 5 секунд. Ладно, третья попытка. Так, третья попытка. На мою лопату! Тасир! Только не желтая! Угадай! Ты как она испачкает руку? Она взяла конфетку, молодец! У нас сейчас последний герой. Эй, мальчик, выходи! Выходи, ты готов? Для тебя последний герой, последний шанс выиграть суперприз. И появись! Все, он появился. Супергерой до суперфинала. Так что это? Это чья-то голова. А чья? Он лысый. Там, подождите. Кто может быть лысый? Я понял, кто это! Это Танос! А как ты угадал? По морщинкам, что ли? Да, снизу! У него вот тут вот эта штучка. Собирай 5000 разорителей лесного человека. Все, не осталось больше денег. Ну а сейчас главный приз. Но заберет его только кто-то один из вас. Кто же отгадает последнего персонажа? Это буду я. Нет, это я. Буду я. Я. Ребята, порог самая маленькая, поэтому мне. Нет, вообще-то. Вообще-то самым старшим надо выступать. Вообще-то нет, надо старшим выступать. Да ты вообще-то сама, Катя, кататься не умеешь. Ага, я люблю. Нет, я люблю. У меня меньше всего сюрпризов. Ага, и что? Ты неудачница, у тебя ничего не получится. Вот у меня ага, смотри сколько. Сейчас. Ага, посмотрите. Ну и что, у меня все равно. Ксюша! Дети! Ксюш! Дети, вы где? Папа! Да вы куда пропали? Это мы вас уже целый час ищем. Да мы тут это... О, хорошо хоть грибов набрали. Вроде съедобные. Как же? Лизы. Тут же были они. Эти, как ее? Идемте, что стоите? Тебе понравился выпуск? Тогда ставь лайк! И подписывайся на канал Watch Me! И пиши комментарии в сообществе YouTube! А также не забудь подписаться на канал моих друзей Кати и Рости! Мы семья! Там вас ждет очень много скетчей и также видео со мной! Ну а пока всех люблю, всем пока! На полянке грибы не растут! У меня растут. Мои грибы еще не трогайте. А что я-то сразу? А что ты-то сразу? Грибы! 3-4, все. Да господи! Грибы! Грибы! Да господи! Скоро придут волки и съедят тебя, девочка. Жан, там не видно. Приз! А теперь, чтоб папа не говорил. Приз! Приз! Вы все говорили. Банана! Банана! Как они себя ведут, не знаю. Банана! Гену! 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 Это не мой персонаж. Что, ты отказываешься брать супер классный слайм для принцесс? Нет, это самое любимое, что я хотел. Идемте, что стоите? Куда? Вы оттуда пришли стоять. Я сам похоронил. Сейчас заводимся.
и подписывайся на канал Лошми. Оно самое. И не забудьте это самое, да. Я люблю уходить с работы. Нет, не так. Ну это мальчик, ладно, я не знаю, как... А это мальчик.